Всем привет, с вами Артём. Сегодня мы будем... Я вам покажу, как установить игры на эмулятор PlayStation EPSHE. Вот это все понятно. Тут каждый разберется. Так. Ring Games — это у нас, чтобы играть. Ring Bio — это чтобы сохранять карту памяти. И нужен Ring BIOS. И нужен еще BIOS. BIOS я не знаю, где скачать. Я давно смотрел видео, и там было где скачать. Так. Ring Games — это у нас тут игры. Мы можем выйти и нажать ESC. Потом... Нет. Я не знаю, что... Что так. А, вот. Так. Вот заход... Это память... Память устройства. А у кого есть карта на там на 18, 23, 64 гигабайта, вот они, и вот у меня сейчас качается на карту памяти, это вот сюда вот, потом download, конечно, и вот тут все игры. Resident Evil 3, Resident Evil 3. Это там что-то разное такое. Так, Resident Evil 2, Resident Evil 2, Take 1. Я Take 2 удалил, но ни к чему. Еще видите, сколько весит. 598, 218, 688. Ну, это не удалю, потому что это тоже Oddworld, Ape Odyssey, вот, 394, Oddworld, Ape, Exodus, 292, Crash Bandicoot, 312, ну вот. Так, я вам сейчас покажу, где скачать. Так, выходим. Заходим по ссылке в описании. В описании будет такая ссылка. Так, сейчас выйду. Это я, чтобы показать, как все установлено. Отмена нажимаем, если у кого просит. Так, вот. Вот. И игры для Sony 1. Ну, тут можно вот в самом верхнем уголку нажать и выбрать Sony PlayStation 2. Ну, у кого есть такой эмулятор, скиньте, пожалуйста. Мне вот очень нужно. Вот Sony PSP — это тоже эмулятор. Ну, у меня Sony PlayStation 1. И кто это смотрит, наверное, тоже Sony PlayStation 1. Так, ну вот, мы заходим, тут можем смотреть по алфавиту, смотреть по жанру, лучшие 25 по загрузкам, лучшие 25 по оценкам, и лучшие игры по рейтингу. Ну вот тут мы... Так. Вот это вот лупа, это чтобы набирать быстрее, какую вам надо игру. Так, вот это вот джойстик, вот этот вот, это выбирать там PlayStation 2, PlayStation 3, ой, PlayStation просто, и PSP. А вот это вот, это как раз у кого нету эмулятора на этот, на
Так там. На Android или что, нажимаете вот сюда вот. И у вас тут, например, ну у меня Android. No. Отмена. Так, и вот тут мы можем... Так, ищем Android. Android. А, нет, тут смотрите, вот вы можете выбрать Super News, Sony PlayStation Portable, PPSSPP. Можем просто Sony PlayStation. Ну, тут вот качать эмуляторы, они то же самое, только... вот самый первый, вот этот вот, самый первый, сейчас отделю его, вот, FPC for Android, его лучше не качайте, потому что вас будут игры жестоко виснуть, я это проверил. EPSHE for Android, это вы можете качать. Она присутствует в моем видео. Так, потом, вот у меня сейчас Tekken 3 качается. Смотрите. Я, знаете, как вот World нашел? Она моя самая-самая любимая игра в мире. Да, я ее, правда, не проходил, но она моя самая любимая. Просто нажимаем на лупу и печатаем по-английски там. Например, Crash. У меня подруга пишет мне. Отмена. Так, ну вот. Crash Boy. Все китайские. Вот. Я скачал Crash Bandicoot. И хочу скачать Car Crash Bandicoot. Кар, это же... А, карт. На К найдем сейчас. Можно вот, если вы игру полностью не знаете, напишите там на какую букву, чтобы он нашел. И он найдет. Это форум. Придется там искать. Отмена. Да, отмена. Извините. Так, вот, по алфавиту. Да, нажимаем по алфавиту. Я по алфавиту сказала. Блин. По алфавиту К. Кар. Кар. Это что, штука такая? Да, загружайся. А у меня интернет плохой.
Мне, правда, Wi-Fi показан то, что он приличный, но он как бы плохой. Да я в эту хочу поиграть, что-то мне не даешь. Краш... А, Кортис... А, Краш Бантику 2. Вторая часть. Я же... Я во вторую точно не... Сколько? Чё так мало? Краш Бандику 2 тоже будет вместе с Текеном 3 качаться. Ну, а я вам пок... О, Пепси Ман. Так. Отмена. Вот Пепси Ман, она... Мне говорили то, что она классная. Ну сейчас, а, да, точно, точно, это она. И они так мало весят. Краш Бандику 2 вообще 82 гига вешает. Вот. Гига. Гига. Мне бы тогда вообще места бы не хватило. Мегабайт. Так, вот теперь еще один будет качаться. Так, так вот, так я сейчас букву С надо убрать. Так, и вот он. Сейчас я прям перед вами его скажу. Так, копировать. А потом. Ну, всем спасибо за просмотр. Во второй части я вам покажу, как их установить на PlayStation 2. Смотрите. Смотрите следующую серию. А с вами был Артём. Всем удачи, всем пока. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Ха!